Гуслеостровцы могли проверить состояние своего здоровья по дороге на работу. У метро «Приморская» впервые прошла профилактическая акция. Все желающие могли измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. То, что не требует очень много времени. К машине скорой помощи, в которой проходило обследование, сразу выстроилась очередь. С радостью поучаствовала в этой акции. И оказалось, что сегодня у меня действительно чуть-чуть высоковатое давление. Обращусь к врачу сегодня или завтра. Многие участники акции отмечали, что это быстро, удобно и, главное, заставляет обратить внимание на состояние своего организма. Более подробное профилактическое обследование можно пройти и в рамках программы диспансеризации в Центре здоровья, который в год принимает от 2,5 до 3000 человек. Не все ходят регулярно в поликлинику. Те, кто не ходит, им достаточно бывает этого комплексного обследования сердечно-сосудистой системы, которое проводится у нас за полчаса. Ответ на или в этот же день, или на следующий. В зависимости от того, если утром пришел, в 2 часа уже ответ. Специалисты Центра здоровья призывают лучше провериться, когда ничего не болит, а не ждать сигналов организма. Чтобы донести эту мысль до максимального числа горожан, медики выезжают в школы, на предприятия, проводят дни открытых дверей в поликлиниках. За 2 часа у метро «Приморская» обследовали 85 человек. Подобная акция первая, но не последняя. 9 июня с 10 утра машина скорой будет ждать всех желающих у метро «Василеостровская».